Начнем с аварии. На трассе между Сотниково и Тулунжой перевернулся КАМАЗ. Обошлось без пострадавших. Все обстоятельства происшествия выясняются. Судя по всему, свалился. Но там еще мятая машина стоит на дороге. Это между Сотниково и Тулунжой. Этот перевертыш за последние сутки был не единственный. В Мухашибирском районе пьяный водитель «Хонды» не справился с управлением и опрокинулся. В результате ДТП сам водитель и три его пассажира получили травмы различной степени тяжести. Отметим, водитель не имел прав. Водители без прав стали виновниками еще двух ДТП, но уже на мотоциклах. Одно произошло в Бичурском районе, там пострадал 45-летний мужчина. Другое ДТП произошло в 5 километрах от села Киран Ахтинского района. 17-летняя девушка не справилась с управлением, и мотоцикл опрокинулся. С различными травмами она была госпитализирована. В обоих случаях у водителя отсутствовало право на управление транспортным средством. Однако беспокоит тот момент, что сами пассажиры, зная заведомо, что у них отсутствует водительское удостоверение, не беспокоились о своей собственной безопасности. В Заиграево тоже не обошлось без аварии. Там не поделили дорогу Toyota Cresta и Карина. 3 человека пострадали. Екатерина Эстратова, Андрей Дармаев, Новости дня.